билетики. Забрал только что с почты два таких переходника. Вернее, один из разветвлитель, а другой соединитель. Вот этот разветвлитель хочу попробовать подключить наушники. Ну, или вообще какой-нибудь, или даже колонки в один разъем, а с него подключить два разъема. Ну, то есть даже можно к телефону попробовать подключить этот разветвлитель, а к нему двое наушников. То есть сможешь и ты слушать, и, например, друг твой, ну, или подруга. То есть, по идее, можно будет вдвоем слушать с одного устройства. Так ты одни наушники подсоединяешь, а так сможешь двое подсоединить, по идее. Вот я купил такой вот разветвлитель и переходник, то есть подключается микрофон, наушники, а сюда вставляется гарнитура. То есть даже можно к компьютеру подключить в разъем микрофона вот этот штекер, в разъем наушников этот штекер, а сюда просто воткнуть этот гарнитуру от самого, от телефона, например, и использовать ее как наушники и микрофон, сидеть с ней и говорить, ну, через компьютер. Но я еще хочу попробовать эти два разъема подключить к звуковой в ухе, получается, вот во вход, получается, в наушники и в микрофон, а на выход подключить вот это вот, потому что он, получается, хайперы подключены к своей звуковухе, а я хочу их подключить к этой звуковой ухе, но здесь один штекер, и там сразу микрофон, наушники, я это подключу сюда и разветвлю их на два, то есть, ну, попробую к звуковых подключить не хайперовской, ну, не клауду, а не от клаудов, а от креатива хочу попробовать. Ну, и плюс можно вообще просто обычную гарнитуру, телефон, даже компьютер подключать. Вот. А что внутри? Сейчас посмотрим. Вот. И я имел в виду, вот такую гарнитуру можно к компьютеру подключить. То есть, она же к телефону подключается, вот так вот к телефону, и здесь, получается, ты и в наушники можешь, можешь и слушать, и говорить, то есть от телефона вот наушники и микрофон. То есть это можно будет подключить к компьютеру через вот этот вот, через вот этот переходник. Ты сюда вставляешь, а это уже к компьютеру в два слота. То есть как бы такая удобная штука, я думаю, надо попробовать. Так, вот он даже показывает, как оно там сзади. Так вот выглядит коробочка, аудиоконвертер от Hoco. Оно и показывает, что компьютер или ноутбук можно подключить, и наушники какие-нибудь с гарнитурой через эти два слота. Что у нас тут? TNFL Series Tuned аудиоконвертер. Так, у нас что тут получается? Веб-сайт, веб-чат. Здесь что-то на китайском. А здесь разветвлитель уже попробовать с одного. То есть оно показывает, что можно с телефона разделить, с ноутбука, с планшета, с компьютера, с плеера. То есть со всего можно. Ну, по идее, круто. Так, это что у нас? Make something you love. Something you love. Так. Ага, сзади мы еще не смотрели. Показывает, как оно подключается, что здесь вообще есть. Так, хорошо. Откроем. Открытие. Ого. Что-то как-то сложно. И что там у нас? Ничего. И внутри просто кабель. В коробке просто пакетик, а в пакетике лежит силикагель, чтобы влага не собиралась и кабель не испортился. И сам кабель, вот он, вставляется в разъем для наушников, и вот они, разъемы на два наушника. Прикольно, прикольно. Так, это у нас синенького, а это зелененького, ну-ка попробуем. Ого, что у нас там то же самое. И внутри больше ничегошеньки нету. Так, потом то же самое. Пакетик, в пакетике силикагель и сам кабель.
а здесь другой. Ну, они по размеру одинаковые. На вид и на ощупь приятные, на вид такие качественные. Позолоченные разъемы такие, и штекеры, все такое. Вот два вставляются, на них и нарисовано микрофон, и наушники вставляются, а выход сразу для двух микрофона и наушников. А здесь наоборот. Так вот, берем, хопа, хопа, и вешаем на шею, как браслет. Не браслет, вернее, цепочка такая. Не, я попробую, надо будет потестить и потом посмотреть, как оно вообще разветвляет, не разветвляет. А пока что так просто. Ну, и на вид качественный такой, и на вид, что все такое позолоченное. И здесь такой вот, как бы, цилиндрик, в котором все, который разветвляет. И на ощупь качественный, но вообще, как бы, классно. И даже в пакетиках силикагель лежит вообще, ну, как бы, вроде как кажется на вид, что качественные вещи. А как в деле, ну, посмотрим, надо тестить. Ну что, вот я подключил к телефону уже, получается. Вот они сами. Сам переходник подключен с телефона, выходит на два. К одному разъему я подключил вот эти наушники, короче, вот. А ко второму разъему я подключил вот эти наушники, короче, двое эти есть. Вот они, кабеля от двух, от этого и от того. И вот музыка включена в ВК. Играет. Громкость погромче сделаем. Не знаю, слышно ли или нет, но играет с обоих, реально. С этих и с этих, просто эти громче орут. И теперь эти. То есть, оно реально работает. То есть оно реально работает. Вот сейчас с развесилися играет два наушника, и это круто. То есть то, что я хотел, то, что я сделал, реально работает. А теперь надо проверить, второй кабель будет ли работать соединителями. Но я уверен, что будет, как бы. Ну а теперь вот, как и хотел, два разъема вставил в звуковую карту и ими соединил вот эти вот наушники Hyper. Cloud Hyper, HyperX, по-моему, или как там. И они играют. То есть вот оно, звуковуха. Работает. И микрофон тоже, кстати, работает. Вот если остановить музыку, к примеру. Так, аимп наш, аимп. Так, если мы закрываем музыку, и вот прослушивание применить, уровень максимум. Правда, здесь усиления нету, только вот микрофон буст. Громкость тоже на максимум поставить. Раз. И вот слышно будет, должно быть. Раз, 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 три. Хай. Ну, то есть, слышно, что работает. Реально слышно, что работает. То есть, то, что я хотел проверить, оно как бы, оно работает. Можно выключить прослушивание. Потому что, то есть, реально работает, что тот переходник, что тот переходник. То есть, все, что я хотел от них получить, я получил реально нужные вещи. То есть,
с телефоном, если вот слушаешь что-то, то можно не один наушник себе, а второй там другой, а каждый свои наушники вставить через переходник. Вот этот вот. И каждый будет себе слушать один через свои, другой через свои. Ну, либо разделить, то есть подключить к телефону переходник и подключить разные колонки. То есть, например, есть, например, система, например, у тебя там 2.1 и 5.1. Сразу через эти наушники две задействовать, и ту, и сразу все будет играть. А здесь, наоборот, соединить. То есть, это я вот эти вот наушники подсоединил. А можно подсоединить от телефона гарнитуру. То есть, вот эти два разъема сзади в компьютер вставляем, в микрофон и в наушники. А сюда просто гарнитуру от телефона вставляем, и все. И на компьютере будет работать через этот переходник. Гарнитура от телефона будет как микрофон и как наушники. Ну, то есть, вообще классно. Ну, а мне вот можно хайперы подключать. Так что все работает, все круто. Как-то так. На этом все. Всем покидово.